Почему ты меня не верил? Я в тебя верил, но соперник слишком хороший был, слишком переживал. Ислам, ну ты пойми меня, этот за стороны по-другому это. Ты что скажешь? Я верил в тебя, брат. Верил-то верил. Боялся, что ты проиграешь. Боялся, что я проиграю. Да, очень сильно боялся. Я знаешь, что думал? Я думал, просто я понимал, что если ты в Токио будешь быть, я боялся, что я в Токио уверен был, что ты его перебьешь. А короче, ты его и там переехал. Как если я его считал один раз выше, чем ты. Да, вот, а ты доказал, что ты UFC топ, брат. Даже там Майкл Чендлер, который там пацанами дерется. Но теперь ты чемпион. Пацан его выиграл. Чемпион, ты заберешь, иншаллах. Здесь есть шанс хороший теперь.